Итак, дорогие товарищи, мы играем в Void Crew, да хранит вас Метем. И сегодня у нас открылось блин, где это вот, новая глава в наших исследованиях галактики, или что бы это у нас тут было, под названием «Бдение», то есть хватит воздержания, теперь мы будем бдить. А может быть, И... бздеть. Да, ну или нас будут бдить. Вот. Так, чё с монитором? Ёбаный Итак. катаклизм. Да-да-да, вообще. Поиграю в духовном. Катаклизм начал выкидывать всякие канители. Ну. Итак, у нас есть паломничество. Паломничество, но все паломничество, собственно. Сид и Соун, бессмертные чемпионы, выход к звездам на серебряных крыльях и А что ж ты не на серебряной струне? души, посеянные с целью. Итак, ну, не знаю, давай на серебряных струнах. Как тебе? Давай. О, тут есть выбор сложности теперь. Ветеран. О, Хочешь выбирай попробовать? ветеран, да. Окей, Только не урон. лютеран, а ветеран. Литеран, да. Урон и здоровье врагов плюс 25%. Бонус к опыту 130%. Звучит интересно. Найс. Найс. Это как мы сегодня. 500% к опыту. Отлично. Давай 10 уровень. Не, ну классно. Мне вот Wargames на максимальной сложности хорошо. Знаешь, единственное, в чем проблема, это вот то, что, конечно, эсминцы спаунятся до бесконечности. Вот это как бы, ну, немножко роняет интерес. Как сказать? Сильный перевес сложности тупо на то, что ты не можешь воевать. Да, нужно вызывать. Мы говорим о Homeworld Да. 3, если что. Да. Который мы только что играли, да. Да. Свет включен. Поехали. Так, окей, у нас то же самое сюрикен. Все замечательно. Новая Такая система музыка будет. вначале играет, как будто бы чужие какие-то. Ага. Музыка здесь, кстати, очень прикольная. То есть, Да. знаете, аудиовизуал мне нравится. Техническая часть пока, ну, Ну-ка, я посредственно. сяду, посмотрю, что вокруг. Ага. Ладно. Но тем не менее, как бы, в целом хорошо. Как бы Да. техническую часть им еще допиливать и допиливать. Вот геймдизайн пока нормальный, как бы. Хочется больше, но уже работает. Уже все работает. Void jump exit vector set. Ты ж пилот. Ну, обычно ты стартуешь. Поэтому, как говорила Наталья Морская Пехота, стартуем! Ладно, седан, погнали. У меня джип в Москве, поэтому стартуем! Ну, как говорили классики, поехали. Что-то у нас какое-то фиолетовое небо сиреневое. Пошли посмотрим, что у нас такое. О, контейнер, пошли Значит, за контейнером. рейд засада. Void jump destination locked. Квантовые осколки, помню, что это нужно вылазить и что-то делать. Интересно, ну, тип миссии ты будет хоть новый какой-нибудь? Ну, может быть, мы просто прошли по Или всем миссии те же, контейнерам. просто карты новые в плане environment'а? Скорее всего. Давай, ты будешь. Void Ой, jump tunnel ой, ой. integrity is altered.
Так, я выхожу и иду за турельку. Нехорошо получилось. Тормози! Да как я могу тормозить? А, сука, что было? Что случилось? Это я не думал, что меня выкинут. Ну, корабль ты бодрее стал летать. Да. Потому что у меня это, ну, я перки прокачал на скорость. Так. Вот там, кто там по нам стреляет? А, вот, понял. Так, подожди. Надо же этот. Power overload. Circuit breakers at capacity. Power network operating within safe parameters. Proximity mods approaching. Опа. Вот где? Что происходит? Я по правому борту держу. Да, супер. Я там и вторую турель включу. Так, нам это не нужно, нам нужны узелы неуязвимости. Это тоже. Щит поднимает. А? Хочешь попадаться? Да надо подобрать, тут на нас плавы всякие туда-сюда. Туда энергию надо сейчас. Сейчас добьем этот щит, я пойду включу автопушку и остальное. Вот она неубиваемая, а? Да. Ой, мина. Я на мину? Ага, отлично. Так. Включил автопушку и... Ага, все, отлично. Она как раз сейчас постреляет.
засасыватель. О, хорошая такая штука. Здесь как-то так. Вырабатываем. Сколько у нас здесь? О, как раз можно взять. Мой контейнер. Мало батареи. А? Что там такое, что происходит? У нас подвели немножко. Инженеры или кто, а? Отлично. Что делать? О, ячейка игрового захвата. Это что значит? Осколок данных, минное поле. Можем пихнуть, если все плохо. Да нет, уже все, почти всех перестреляла автопушка. Хорошо. Я включил вторую автопушку. Включил засасыватель. Alloys added to ship stores. Да. Что произошло? Это что, снайперы? Сейчас вернусь. Да не-не, сейчас я. А, это истребители какие-то тяжелые. Ну все, сейчас последний объект уничтожаем, и надо будет включить. В принципе, ты можешь уже засасывалку включить, а одну автопушку отключить. Теперь пойдем пособирать. Airlock open. А, ты на улицу? Окей, сейчас я тогда встану. Что там, плохое что-то? Все, нет-нет, я просто остановился, чтобы тебя не сдуло. Act-type has left the ship. Пойдем. Золотая пробоина. Hull repaired. Integrity above 90%. Больше ничего нет. Окей. Отлично. Отлично.
alloys added to ship stores. Есть контакт, второе, предмет. Ой. Чуть-чуть. Промахнулись. Ну, за обломки 2 километра. Не хочешь летать посмотреть? Давай, чё нет. У нас 5 минут есть, ну чуть меньше. Alloys added to ship stores. We have gathered a substantial amount of alloys. Proximity mines approaching. Power overload. Circuit breakers struggling. Act now to avoid system failure. Power network. Ну, еще на нас плава. Gravity scoop has retrieved an item. Так, и что это за обломки? Зачем нам сюда? У тебя здоровье что-то уменьшается очень резко. Да, потому что я зашел в этот гиперджампу, и она вся горит. И я горю. А. Мой автобус горит. Ну и пофиг. У меня есть билет на следующий. Я буду дома вовремя. Знаешь, это прикол? Нет, не знаю. Там мужик стоит, и рядом на фоне его горит этот троллейбус. И он такой стоит на камеру, говорит: мой троллейбус горит. Ну и пофиг, у меня есть билет на следующий. Окей. Вот это вот выдержка жизненная, да? Я буду дома вовремя. Да. Helm cruise mode enabled. Anomalous jump signature detected. Риск прерывания 10%. Значит, нас могут еще раз прервать. Да. Alloys added to ship stores. Ой. Эта игра почему-то сбрасывает скорость обновления со 120 Гц до 24. Да? Очень странно, да. Странно. Ты думаешь, что такая хрена графика? Несмотря на то, что вроде как все высококачественно. Все равно какое-то говнище. А вот, смотри-ка. Так. Helm cruise mode disabled. Power overload. Circuit breakers struggling. Act now to avoid system failure. Power network operating within tolerance levels. В принципе, все, у нас этот самый зарядился. Можно дергать отсюда. Тяжелый истребитель. Окей. Полетим? Да, сейчас они могут. Я имею в виду разносить их. А, ну полетели, что нет. Минута осталась. Alloys added to ship stores. Сигнал не сканирования, тяжелый истребитель. Я, конечно, поставил на немножечко увеличение дальности. Когда получилось. Так, 40 секунд. Кстати, автопушки достаточно далеко стали стрелять. Ладно, что-то они очень далеко от нас, аж в 3 километрах. Ну да, ладно. Полетели отсюда. Полетели. Three, two, one.
jump destination. Locked. Так, что там у нас еще можно? 20 сплавов. Модификаторы нужно. Так, я думаю, что надо пару радиаторов. Оптимизатор энергии. Чисто, чтобы посмотреть. Интересно, а что вы будете делать вот так? Нет? Нельзя. Че, готов? Или как? Подожди, подожди. Circuit breakers under pressure. Power network operating within tolerance levels. Скорострельность, наверное, нужна. Ага. Medum Command have a specific interest in the concentration of discarded shipping containers in this sector. One of the abandoned containers should hold a data shard with information on the first progenitor encounters with the mysterious hollow. Medum Command has requested that we locate the container and destroy it. О, контейнер-то непонятно. Так. Кто-то прилетел. Или мне показалось? Вроде звук был. Бомбардировщик. А, понятно, бомбардировщик. Выпустил, зараза, а? Ай, блин. Где все-таки попал? Там еще один. Вот исчезло, хорошо. Министр с биомассами. Призывателей куча. Димитар Бербадов, привет. Все хорошо. Дела нормально. Здорово. The reinforcement call has been disrupted. Good work. Окей. Еще один. Второй. Ой. Еще.
Так, пойду это я круиз включу. Изгоняю это. Давай, там круиз. Как? Где тут? О. Так. Вот это надо включить. Power system overloaded. Circuit breakers under stress. А почему перегруз? Ё-моё. Потому что, наверное, я... Как я тогда одну автопушку выключу? Засосалка. Я выключу её на всякий случай. С кого? Я выключил засасывал. А. Ты там что-то делаешь? Ну просто столько всего валяется, много я. Мне надо подобрать биомассы. Все, включаю, выключаю. Да? Давай. А. Сколько там можно оставить? Gravity scoop has retrieved an item. А, вытаскиваю. Нам биомасса нужна же, да? Да все нужно. Биомасса, или биомасса это... А, это чтобы лечиться, понял. Чтобы лечиться его и респавниться. Не понял. И засосалось? Ну? Я тоже не понял. Сейчас еще. Да что ты будешь делать, а? Она зацепилась. Корабль. Ты другой бери. Так, у нас контейнеры надо искать, все вроде подобрали. Контейнер. Да, у нас здесь вылет машины. Anomalous jump signature detected. Helm cruise mode engaged. Добытчик. Ресурс коллектор. Helm cruise mode offline. Что-то жарко стало. Контейнер с технологиями, вот он, чтоб нашелся рядом. Так, тут этот призыватель. Спасибо, Дмитрий Бербатов, спасибо. Ты будешь на протяжении всего стрима. О, батарейка нашлась. А, тормозим. Retrieved an item.
древний осколок данных. Его надо куда-то сюда воткнуть. Да. Все, я воткнул. В принципе, можем улетать. Либо еще контейнеры пособирать. Можно еще пособирать, у нас много времени. Угу. Хорошим, как только выйдем в следующей миссии. О! Надо будет срочно чиниться. Угу. Может быть лучше даже сейчас. Не знаю, как это. Так, минное поле, я думаю, нам не надо, да? Да. Ну просто мы ни раз, по-моему, особо и не пользовались. А вот нет, спалы. Ну, даже не знаешь, когда им пользоваться. Тут маневрируешь в основном все время. Полетели к следующему контейнеру, еще два цепанем. Они очень далеко, правда, от нас. О. Alloys added to ship stores. Цивилизатор. We have gathered a substantial amount of alloys. Окей. Ставлю сюда. Сзади. Да, ну совсем сзади, блин. Hostile reinforcement call detected. Destroy the source before it finishes. Да, блин, попасть бы в тебя, слишком далеко, зараза. Сейчас я просто не за рулем. Да, призыватель тут был. Я по нему успешно стрелял, но он слишком медленно уже раз оказался. Так, кто здесь? Кластеры на нас плавов. Я пойду на улицу. Airlock open. Побыстро. Давай. Act type is commencing EVA. Там внутри дефект. Починим. Hull repaired. Integrity above 80%. Alloys added to ship stores. А где поломка? Что-то не вижу. А, вижу. Нет, дефект.
тогда. А, это у тебя, да. Ну, в смысле, внутри. Угу, да, всё, починил. Тогда больше ничего нету. Ага, все. Anomalous jump signature detected. Ешки. Power overload. Circuit breakers at capacity. Так, пока что больше ничего делать тут. Осталось только еще контейнер забрать один, и в принципе можно драпать. Давай. Полетели туда. 3 минуты. Что-то какой у нас еще дефект есть. Внутри, походу. По левому борту возле гравипритягивалки. Anomalous jump signature detected. Вот еще добытчик эти пустошенных. Угу. Бонусный чувак. Hollow summoner unit has been detected. Ну ладно, поехали канистры за биомассой. За канистрой, то есть за контейнером, а там. Да, еще один контейнер есть у нас тут. Никуда не успеем больше. Так, там мы уже можем лететь. Контейнер со снарядами. Полетели лучше туда, да? Что-то, по-моему, хорошее. Нам контейнер со снарядами нужен? Так, я бы контейнер и размочил. Кто-то есть, но что-то непонятно. На 2,3 километра, окей. Малая канистра с биомассой. Мне очень приятно. Контейнер с припасами. Слушай, вот эта точка, которую надо точно сейчас взять. Блин, 50 секунд осталось. Эх, ё-моё, надо срочно их это гасить, все три контейнера и собирать. Ё-моё. Мина сзади. Сзади мина. Вижу, не могу, на жопе сидит. Все. Отлично. Я пошел чинить. Airlock open. Gravity scoop has retrieved an item. Сейчас этот фазовращатель прилетит. Да, полетел быстрее. Так, подожди, а что все внутри? А вот там еще один. Здесь. All repaired, integrity above 80%. Так, все, все остальное внутри. Тяжелого калибра и среднего калибра в общем-то нет, а можно будет переработать, а потом с биомассой это сюда, большой контейнер с малым калибром, хорошо, можно будет найти применение, может пушку поставить какую-нибудь на пистолет. Helm cruise mode online. Все починено.
10%. Инопланетяне мне сейчас. Helm cruise mode deactivated. 80% там вся вторая миссия. На жопе сидят. Is added to ship stores. We have gathered a substantial amount of alloys. Power system overloaded. Circuit breakers under strain. Now operating within acceptable levels. Так, снова отключим. Боевой щит. Непонятно. Попробую. Икс. Здесь. Блин, точно, да. У меня микрофон вырублен. Ёпарас, это я случайно. Случайно задел и вырубил. Да, давай попробуем дуговой щит. Я задел сенсорную кнопку выключения. Наверное, энергии будет жрать много, да? Да, посмотрим. Пятьдесят процентов. Прикольно. А тут еще три рычага у него, да? Типа в какую сторону? А как это понять? Вперед, назад, влево? А направо нужно отдельный щит, что ли, еще один ставить? Ну вот смотри, сейчас у нас
Прямо и по левому борту. Да. А назад? А, одну батарею для повышения эффективности. Потребление энергии 2 из 2. То есть надо в идеале 2 ставить, да? Один прямо налево, а другой назад и направо. Да, анализатор энергии у нас есть. А сюда не ставится. Хорошо. Привет, Артём. Ага. То есть можно включить средний щит на все. Либо очень сильный наперед. Нам бы на бока, конечно, щиты направить. Наверное, перед зад не особо нужен, но. А как на правый бок-то направить? Никак получается. Задерживать надо. Не, я имею в виду на правый борт. Ну вот, или на правый борт. Нет? Я не понимаю. Это на морду и на корму, по-моему. А, да. Ну хрен его знает. Сейчас на морду и корму, да. Так, все, вектор указан, можешь, в принципе, выпрыгивать. Спасибо, спасибо за сердечки. Да, и от меня сердечко тоже. Йеху, да. Assembler cores will spawn other hollow when destroyed, so be careful to pace your destructive efforts, or you risk being overrun by their progeny. О, ништяк, щиты теперь есть. Покинутое сооружение. Это ядра сборщика опустошенных? Уничтожьте ядра сборщика. А, это контейнеры надо будет сейчас уничтожать вот эти, да? Вон сверху. Средние лазерные батареи, покинутое сооружение. А нам на покинутое сооружение надо? Мы там можем батарею выцепить разве что, да? Нам нужна батарея, я не знаю. Пойдем контейнеры бахнем. Пока ты летишь, может быть, я пойду. Сколько игра весит гигабайт? Чуть я не помню, но она немного весит. Она, по-моему, что-то в районе то ли 5, то ли 20, да? Не помнишь, Дред? Но она небольшая. Что-то от 5 до 20, короче, около того. Ой. Тормозим. Hull repaired. Yeah. Integrity above 70%. Я готов вернуться. Power system overloaded. Circuit breaker. Давай, если хочешь скачать, то можешь с нами поиграть. Может быть, как раз втроем на фрегате полетаем. Точнее, на эсминце. Или хотя бы с этим управимся. Так, нам снайпер. Anomalous jump signature detected. Да, переходи по ссылке в описании, в группу, в Дискорде в нашу. И там на связи будем. Это да. Там много людей. И правду говорит.
вот эти вот надо уничтожить. Что мне зону доступа. Я надо в стиме покупали. Угу, да. Сколько она? Ну, по крайней мере. Ну, она не очень дорогая была, да. Такой среднего класса. Снайпер просто шелдер. Блин, как высоко эти контейнеры, а? Ой, я не помню, честно, сколько она сейчас стоит. Я покупал на летней распродаже. Там что-то на нее скидка была вообще хорошая. Она что-то вообще дешево вышла, рублей, по-моему, 100. Я просто пачкой покупал много игр. Поэтому не могу сказать, но на нее скидка была хорошая, я помню. Поэтому, возможно, в ближайшее время скидка опять будет. Анимус контейнер. Снайпер на жопе. Турбобуст. Вернулись. Спокойной ночи. Доброй, да. Тяжелые истребители. Да, Дмитрий Барбетов, будем осторожны. Эти ядра еще и улетают, ёпарасоте, а. Нихрена они летят быстро. Наносплавы, большой кластер наносплавов надо будет забрать. Призывателя или кого? Понял. Призывающий. Истребителя. Anomalous jump signature detected. Так, я воткну минное поле нахрен. Okay.
Hostile power network overloaded. Circuit breakers maxed out. Consider reducing power consumption. Еще как хорошо ты щиты воткнул, а? Power network operating within safe parameters. Поймешь, наш ион зеленый вдалеке. Возле, кстати, призывателя. Если совсем тяжко, можно свалить. Надо призывателя загасить, наверное, вот этого. Ой, а чего у нас так много всякой херни? Last circuit breaker tripped. Any more overloads and we'll have to shut down the ship. Ёп, красота. Там маневрирую, там я пока тут кто-то. Да, я сейчас. Немножечко. Так, что случилось? Отрубилось слишком много всякой херни. Блин, да хватит. Вот она нашлась. Опустите меня. Блин, это... Ой, как тяжко-то. Там в чате пишут, чини, быстрее. Так, все, я вроде оторвался пока более-менее от всех. Пытаюсь, как это сказать, кайтить и автопушкой отстреливать. На мелочь. Борт переводи. А? Signature detected.
Да. Просто тут очень много кластеров больших. Да. Жаль, все это было бы дело терять. А, вон призыватель. Сейчас еще пойду завалю пока. Я пошел. Да, я торможу. Ой, вижу, да. All repaired integrity above 30%. All repaired integrity above 40%. Я больше пока нету. Я пошел обратно. Так, где контейнеры бы найти эти, а? Они где-то тут были возле мины. Ты зашел, да? Anomalous jump signature detected. Внутри. Это подключусь немножко. Тихо. Hostile reinforcement caller is broadcasting for help. Destroy it before it finishes. Где были эти большие контейнеры, а? Да, покинутое сооружение. Внизу. Контейнер не знаю. Тут был большой кластер. Вот этих, как они там, компонентов, нанокомпонентов. Куда все это делось? Меня на снайпер. Ух, успел. Отлично. Так, мне кажется, надо ближе и ниже. Где-то здесь они были. Anomalous jump signature detected. Power grid now operating within acceptable levels. Бомбардировщик, ёпарасоте. Да срочно, бляха муха, успей, не успей, успей, не успей. Давай, давай, турбобуст. Есть, успел последнюю секунду. Что ты сделал? Я успел добежать до двигателей, зарядить ускорение, и она прям успела зарядиться в последнюю секунду. Ага. Ух, красота. Где все эти контейнеры, а? Еще один бомбардировщик. Успели. Нет, две успел. Гематогенка, да, привет. Ай, блин. Я щиты успел включить. Малая пробоина свет. Две минуты до возвращать. Ну. О, давай, добытчика развалим. Пойдем, да, ладно. Походу мы здесь не найдем ничего. Теряю все. Дела паршиво, у нас 44% здоровья корабля. Да. Вот он. Ой, прям сзади. Так, чуть-чуть еще.
Так, где он? Чего он? А, вот он. Я просто бегал, включал. Истребители сзади. Так. Блин, где он там? А он за этими. Ну. Короче, ни хрена мы вообще не поживились ничем на этой карте, да? Зато мы стрелялись вдоль. Не говори. Ресурс-коллектор, блин, еще хрен догонишь. Да нет, догоняем, только он, блин, за этими ныкается. Ну, вот теперь появился. А, Дмитрий, удачи. Интересно, что за конференция у тебя. Ты на другом полушарии, наверное, живешь. У тебя день, да? Может. Удачи на конференции. Да, ну да. Вот агентка тоже удачи. Все, трапаем отсюда, наверное, трапаем, да? Возвращайтесь, залетел. Я сижу. А ты что-то делать? А, ёпрстый, вектор выхода не задан. Ты сел? Блин. Давай. Ура. Надо включать это. Так, одна пробойна. Alloys added to ship stores. We have gathered a substantial amount of alloys. Пить, и я вернусь. Давай. Да. Так, присяду сразу. Соберите квантовые осколки данных. Mm-hmm. Множество спящих сооружений притеч содержит в себе осколки данных. Надо будет высаживаться. Опасность тепловых бурь. Выброс плазмы. Надо будет брать. Типская энергоаномалия. В потоке астероидов. Void jump destination. Locked. Подожди, один момент у меня. Ага. Вот. Настолько мелкие дырки, и здоровье только уменьшается, я не понимаю. Ну ладно. Дохнем, тогда дохнем, жалко, что. Угу.
Метем хранит. Именно так. Все, вылетаем. Давай. This sector is patrolled by heavy hollow units. They're guarding progenitor sites of research. We must retrieve the special quantum data shards from these research sites. The logs are entangled, so we need all of them to decrypt them. Additionally, the research facilities are dormant and need to be powered on before we can access them. Power grid overload. Circuit breakers under pressure. System now running within power network tolerance. Предтечь. Короче, охранный склад. А, время есть, остановись-ка. Точно, точно. Красота. Огни в иллюминаторе. Hull repaired. Integrity above 40%. Понятно, конечно, как в космосе при минус 273 лава там держится, но это уже второй вопрос. Что-то там еще нужно было? Нет, нет, я просто вышел поглазеть тоже. Ой, извини. Сооружение предтечь. Ты что, Гена астероид Филд? Гена огненная. Что это было? Что за звук? Ускорение. Так, по правому борту. Подняли тревогу. Где какие засранцы? Ну а этот опустошенный сейчас прилетит теперь к нам. Power grid overload. Circuit breakers under pressure. Gravity scoop has retrieved an item. Я просто.
парня. Щиты? Не, щиты не нужны, кстати. Надо, наверное, пока выключить. Power network operating within safe parameters. Ship stores. Иду на выход. Так, автотурели включены. Да, я встану левым бортом и включу с правой стороны щиты. Is commencing EVA. Здесь слева все правильно. Anomalous jump signature detected. Мины раскидать. Давай раскидаем. Data shard inserted. Processing contents. Minefield requisition order transmitted. Stand by. А это мины на турель согрелись. А, блин. Мне надо уничтожить тогда. Да ладно, мы спрятаны, а она будет отстреливать, если что, остальных. Уже понял, да. Так, я пошел подышать. Нарик. Ошибка. Че? Ну тут перевод. Фарнарик написано. А, Фарнарик. Ну. Ой, что-то там налетело. Да, пока отстреливается нормально. Да, ну в любом случае сейчас будет сигнализация. Я включаю. Ну, в смысле, да. Открывай двери. The alarm is blaring on all nearby frequencies. The hollow will undoubtedly investigate. You must act fast. Следующая дверь, пошла. Anomalous jump signature detected. Сигнал приманка. Малый калибр, средний контейнер. Там,
Слушай, а можно их засасывалкой все собрать? Да, можно. О, у меня кислород заканчивается. То же самое, что ты. Курить надо меньше, да? Не говори. Помутнело. Я парсате не скинул эту хрень. А, там крейсера прилетели. Ну, парсате. Давай засасываем и валим. Ну или что-нибудь такое в этом роде. Да, сейчас это самое. Нам сейчас давай. Будет очень больно. Самое, я даже... Да ёпарасы ты, грёбаная турель, ты чё по нам стреляешь? Ну, она по всем стреляет. Не в ту сторону. Так, щиты нормальные, не надо перенаправлять? Не. Ну, где предмет? Во-во-во, пошло засасывать. Вот здесь же крейсер. Так, тебе надо будет сейчас это самое разгружать. Да, да. Я держусь. Ой-е. Все, вроде... А, нет, квантовый осколок данных не забрали. Ёпарасоте, где он там застрял? Нам его и надо забрать, а он там где-то лежит, непонятно где. Airlock open. Airtype has left the ship. Давай, я пока буду это. Куда что? А, ты сигнал приманку? Да. А, что? Что-то меня совсем разнесло. Все, я внутри. Он начал засасывать. Не то, что нужно. Почему он не хочет квантовый осколок данных забрать, а? Я не пойму. Так, это что? Давай я вылечу, что лучше делать. А, надо подлечиться для начала. Походу там внутри, что ли? Может быть, а может и нет. Все, что можно. Так. Пойду вначале подлечу корабль, а потом. Airlock open. Airtype has left the ship. Блин. Сигнал приманка. Сигнал приманка присосался. Да. Так, я сейчас двигаюсь вперед. Стоп, встань. Стоп. Вот, забрал. А? Так, я выкинул приманку. Так. Тебе надо это самое, наверх туда, в здание зайти. Да, вытащить. Да. Квантовый осколок данных. Я просто пытаюсь, ты опять словил эту приманку.
поворачивайся другой волком. Сразу. Да нет, в другую сторону лучше. А-а-а! Короче, надо выключить засасывалку просто, да и все. Да-да, всё, иди выключи. Все равно... Ай, блин, что происходит? Так, у нас 3 минуты осталось. Да. Да. Повредился по всем фронтам. Надо вот эту хрень забрать. Так, 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 сейчас. Сейчас, блин. Хорошо, да, я еще включусь на всякий случай. А то у меня 12%. Ага, биогенез, что-то там на научном. Так. Одеваюсь в скафандр. Готов к труду и обороне. Так, где это? Вот там вот. Это была личная фиксация. Hull integrity below 30%. Кто-то на меня нацелился, что? Да, по тебе стреляет. Уже не стреляет. Где корабль? А, вот здесь вот корабль. Давай. Лечу к тебе. Может, все-таки включи сейчас. Не, лечу. Так, зашел. Бегу. Data shard inserted. Analyzing. Hey. Power overload. Circuit breakers struggling. Act now to avoid system failure. Блин. Ectype electrocuted. Power network. Что случилось? Почему у нас один? У нас один процент энергии. Сейчас нас вырубит. Сейчас нас нахрен вырубит. Надо включать все. Все, что можно. Давай, вырубай все. А, нормально, пошло. Просто внизу полная жопа какая-то. Погорит. Так, надо, короче, улетать. У нас все готово. Давай улетаем и там уже, да, починимся. Там заряжено. Да. Хорошо. Там опасная зона, туда лучше не входить. Все. Нет. Сажусь. 3, 2, 1, сел. Кстати, у нас энергия восстановилась. 10 единиц стало. Валим. Никер, 2 крейсера. Слушай, сейчас... ну уже поинтереснее стало на этой сложности, да? И возвращатель пришел. А сколько у нас PC еще осталось? Начинается паника на корабле. Да. У нас осталась последняя миссия и сайт мишн. Приоритетные цели. Выследите приоритетные цели и уничтожьте. Ну, ты такое, я не знаю. Так, одна пробоина снаружи. Окей. Блин, ни одного улучшения.
прошлой миссии просто этих улучшателей как жопой жил. Ну, собственно, я тебе, если я пушечку проапгрейдил и все, убивалось на раз-два. Корабль дышит на ладан, короче. Куда летим? Ну, у нас финал-то засада. Уничтожить цели раньше всех. То есть нам надо будет прилететь целенаправленно уничтожить цели. А сайд-мишн это у нас тоже цели уничтожить, да? Давай на вот это лучше, потому что мы пройдем, то пройдем. А вот это вот, может быть, на остаток, если захочется. А, ну мы, кстати, можем, да, еще же попробовать. Давай. Давай. Void jump destination. Locked. Пошел за турик. И дергаем. Metum cryptographers have breached a remnant comm channel used for directing freighter travel through this system. Так, стой. You're tasked with setting an ambush for a remnant freighter, destroying it before it can get a chance to flee our trap. Ты там не двигайся, я пойду золотая. To this end, you must repurpose a progenitor navsat, luring the freighter to jump to your location using a fake encoded transmission. А, это сигнал приманка. Помнишь, что такое было? Нам сейчас найти базу притеч надо будет, включить сигнал приманку. Hull repaired. Integrity above 20%. Круто, 24%. Ну, не 13 или сколько там было, 21. Mm-hmm. В любом случае, больше лучше. Поблагодарим Метема хоть за такое малое количество. Он верит в нас, поэтому не дает нам больше. Ты можешь полететь куда хочешь. 58 кристаллов. Что-то мне кажется, что 8 уровень несколько. То есть слишком долго открываются уровни. То есть мы так уже, ну, знаем, да, на что их можно потратить, а оно все еще. Че, летим сразу на цель, на брошенный спутник, включать приманку, или же полетим на базу притечь заброшенную? Давай на базу притечь заброшенную. Может быть, улучшать типа мы найдем. Окей. Брошенный спутник, покинутое сооружение. Что-то у вас все здесь покинуто. Кидалы какие-то. Ну. Там он рыскует. Разведосы. Так, что тут выключить-то можно? Там такое количество мин непонятное.
cruise mode activated. Helm cruise mode disabled. В смысле, какой еще выброс плазмы? Я только отошел от руля. Приближается выброс плазмы. Что происходит? Будет жарко, в общем. Кажется, надо. Power overload. Circuit breakers struggling. Act now to avoid system failure. Power network operating within safe parameters. Anomalous jump signature detected. Так, добытчик тут не крикнул, лучше добытчика не трогать. А то он сейчас у нас загорит всех. Что с этим делать-то, непонятно. Переждать, что ли. Не повезло нам. Надо включить систему жизнеобеспечения, она у нас включена. Да. Сто пятьдесят градусов. Потихонечку снижается. Кстати, да. Лучше, может, не стрелять по нему, а то он сейчас как вызовет. Ну давай, ладно, загасим. Так, ты меня держи на этом самом, блин. Так, там какие-то фиолетовые моргают ресурсы, что-то хорошее. Да. Включаем. Большой кластер наносплавов и средний кластер наносплавов. Ну такой себе, лучше бы апгрейд дали. Опять выброс плазмы приближается. А из-за? Предыдущий. Power overload. Circuit breaker struggling. Ух ты, а что так жестко-то стало? Integrity below 30%. Power grid now operating within acceptable levels. Так, я, короче, это самое. Выключу пока корабль. Такой энергию сэкономить. Так, я про это проувеличил. Anomalous jump signature detected. Все, надо ехать, блин, но выбор пока не надо. Надо немножко подождать пока. Пойду гляну, как там в костюме-то на улице. Может, в костюме можно? А в скафандре нормально, то есть можно идти это самое. Кстати, да, в скафандре нормально. Собирать ресы. Я пойду с тобой. Угу. Поехал, сдохну. Жарко, что пиздец. Thank you.
Знаешь, мне кажется, что они думали, как в этом, как Faster Than Light. Вот это механика, что ты можешь заоверрайдить. Ну, ты понял меня, да? Или нет? Ну да. Заоверрайдить безопасность. Если у тебя на... Я что-то не пойму, где здесь вход. Пойду на корабль назад, у меня кислород кончается. Давай. Это надо сделать. Да хрен его знает, честно говоря. Окей. Так, у нас перегруз на корабле случился. Перегруз? А, перед самым. Hollow summoner nearby. Exercise caution. System now running within power network tolerance. Так, еще нам, наверное, надо сваливать. Да. 7%. И этот призыватель. Destroy the source before it finishes. Ой, надо валить ее. Блин, еще одна, блин. А, вот, блин. Черт, меня сейчас убьет. Что такое? Выброс в плазму. Кто там улетел? Я убила, что ли? А, понятно. Ага. Короче, у нас уже времени-то маловато. Там что-нибудь есть? Батареи там, да, только есть. Да, вот сейчас я... Бомбардировщик. Ну ничего, я сейчас справлюсь. У меня есть один заряд. Естественно, все четыре попали. Это что за херня? Короче, надо возвращаться и отстреливаться нафиг. Блин, а, жесть какая. Блин, это просто пипец. И не говори. Все. Мы долетались. А, вот. Да, 3 часа 12 минут. Играли, двойные, да? Щиты нас не спасли. Весьма. Да, интересно зато было. Я скажу так, что мы уже два раза в этой игре, да, мы проиграли за все время. Сектор опустошенных зачищен, никаких следов.
Плохие новости для опустошенных. Зловредное гнездилище опустошенных было с корнем вырвано из ткани вселенной. То есть это о чем? Сказал, что даже прикольно, что если у тебя дублирующийся цвет, то он превращается в опыт. Mm-hmm. Обычно по новостям говорят, что мы это самое. Mm-hmm. Сделали какую-то офигенную штуку, несмотря на то, что проиграли, да? Это тут прям новость очень длинная. Че пишут? Да что-то там какие-то сады, что-то они там зачищают. Проекция шлема. Окей. Ну что, окей. Новый шлем дали. Я лучше это оставлю. Ну что, как-то так. Отлично. Да. Нам открылась новая... Метем открыл нам новую страницу в нашей жизни. Теперь мы... Кстати, у тебя какой уровень? 9. Да, у меня тоже. И у нас есть появилось орудие благость тип 2, да? Благости. О, благости 2. О, прикольно. Да. И одно очко новое дали. Да, очечко. Да, генический бал дали, дар метема и благость. Ага. Интересно. Попробуем в следующий раз. Вот. Забавно, я открыл карту, и ты тут сразу же выбегаешь на эту карту, как будто, знаешь. Таком, типа комикс. Ты смотришь карту сейчас, да? Да, да, типа я вижу. Вот так вот. Ну ладно. На сегодня, я думаю, да, что было все. Интересно. Да. Спасибо, дорогие товарищи, что смотрели нас. Лайки, подписки, шары и все дела. Вам приятно, нам полезно. Особенно подписывайтесь на товарища Хикса, он же Цитадель. Если вам нравятся космические приключения, то, собственно, у него сейчас будет большая премьера. Он делает тут интересный проект, который наверняка вам понравится. Особенно если вы любитель Homeworld'а. А если не вы не любитель, то вы обязательно полюбите, как только узнаете подробности. Да. Вот. Ну и, собственно, меня тоже. Если вам понравится. Короче, кажется, так. Все ссылки в описании. Не забывайте переходить в наш Дискорд-канал Кооператив Дружбы, если хотите поиграть с кем-нибудь. Там достаточно много людей уже. Очень много разделов. Захотите с нами поиграть, мы, собственно, там сейчас и сидим в голосовом. Поэтому присоединяйтесь, играйте с нами. Ссылки на всех и на все группы в описании. Также на Homeworld Russian Fleet. Ну, да. А на этом будем закругляться. Встретимся, да. Думаю, может быть, даже завтра встретимся, посмотрим. Посмотрим. Ну, на этом, да. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Да, увидимся в этой или в другой игре. И помните. Да хранит вас Метем. Да. Да. Потому что вы нам еще нужны, чтобы смотреть наши стримы. И даже участвовать в нас. Все, всем пока. Да.